सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Люди говорят, что залог счастливого брака – это любовь и доверие. Глупости. Туша! Еще! Сид, пожалуйста, не храпи. Милли разбудишь. Сид! Что? Ты не мог упасть тише. Разбудишь Милли. Объясни, как можно упасть беззвучно? Она не голодна, ей жарко. Ну что ты? Ей не жарко, ей холодно. Ложись спать. Ей не холодно, она голодна. Да, я. Я сама. Но ты сама сказала, чтобы я уходил. Я сказала, если хочешь идти, иди. То есть, если ты говоришь иди, на самом деле ты не хочешь, чтобы я уходил? Нет. Так что же это значит? Это значит, что мне нужно, чтобы ты сам захотел никуда не идти. Что? Ты хочешь, чтобы я не хотел того, что ты хочешь? Так чего же ты хочешь? Что делать? Ради счастливой семейной жизни нужно иногда говорить неправду. Этой весной. Создатели «Обратной стороны любви» подарят вам немного лжи. Я выгляжу толстой? Ты прекрасна. Где ты? Дома. Дома? Немного романтики. И очень много побочных явлений. Привет, я Шихар. Шихар? Это наш сосед. Я из номера 1804. Тогда что ты забыл в этом номере? Почему вода для купания Милли такая горячая? Почему молоко для Милли такое холодное? Пожалуйста, не вытирай Милли обратной стороной полотенца. Какая обратная сторона? Знаешь, Альберт Эйнштейн даже не подозревал, что полотенце имеет обратную сторону. Обратная сторона брака.